Пермский край представят 3 команды, откроют соревнования «Ночная гонка». Там участники преодолеют 2 спецучастка. На следующий день заезды пройдут по дорогам общего пользования. Так зрители оценят гонки с минимального и безопасного расстояния. За 2 дня экипажи преодолеют более 180 километров. Организаторы обещают внимание, что в период подготовки и проведения соревнований будут перекрыты некоторые участки дорог. Старт второму этапу Кубка России будет дан 14 января в 7 часов вечера от станции юных техников. Вход на мероприятие свободный.